Например, такие действия, как распространение, изготовление, хранение информации, которые содержат призывы к экстремистской деятельности или пропагандирующие ее, влекут наложение штрафа на физлица в размере до 20 базовых величин, на ИП от 20 до 50 базовых величин, на юрлицо от 50 до 200 базовых величин. Участие в группах и чатах, которые признаны экстремистскими, комментирование и пересылка сообщений образуют состав административного правонарушения, как и размещение на страницах в соцсетях экстремистских материалов, проставление на них лайков и совершение репостов.